Трое жителей Ноябрьска сегодня стали участниками ДТП. Авария случилась около 8 утра на трассе неподалеку от Венгапуровского. Дорогу не поделили Toyota Land Cruiser, пассажирская «Газель». По предварительным данным, автомобили двигались в попутном направлении. В то время, когда иномарка начала обгонять «Газель», водитель отечественного авто, не убедившись в безопасности своего маневра, повернул налево. На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что от удара «Газель» отбросила в кювет. Автомобиль перевернулся. На месте с пострадавшими работали врачи Венгапуровской станции скорой помощи. Медики госпитализировали троих пострадавших. Двоим из них в ЦГБ «Ноябрьска» назначили амбулаторное лечение. Третий же в дальнейшем лечении не нуждается.